боец поистине является легендой смешанных единоборств. И сегодня он нацелен на деклассирование соперника, чтобы раз и навсегда закрыть... Два зычары. Кто в противостоянии? Дамы и господа, встречайте, восставший из пепла, Александр Феникс Емельяненко! И его соперник, он напротив. Эх, вообще, просто. Они друг друга стоят, прям вообще бомба. Он из города Санкт-Петербург. Ему 42. Его рост 186. Он не нуждается в представлении и давно зарекомендовал себя своим непредсказуемым стилем и уже не раз удивлял публику, одерживая победы над бойцами мирового уровня. Дамы и господа, бескомпромиссный боец, который настроен завершить 13-летнюю историю конфликта ярким нокаутом. Поприветствуем Вячеслав Слава Рыжий Тарзан! Рефери поединка Андрей Корнявко. Боксеры в центре ринга. Это вообще просто. Ой, бля, хабуха. Пожали руки. Желаю удачи. Я не могу. Ну что мы дождались, когда... Не говори-ка. Два этих одиозных человека сойдутся в главном бою карда. 41-41. Просто вдумайся, больше... Гадки! И мы сейчас станем свидетелями того, как они наконец-таки разберутся. И самое главное, что они разберутся согласно правилам. Да, тут же пошел в размен Дацик. Понятное дело, именно это... Оба-на! Сашка! Ты смотри, чё! Я не могу, блядь! Ай, балдеть! Он вообще не понимает, где он находится. Хорош, прекращайте бой! Тарзан красавчик! Показал ему на самом деле, где кто, где находится, на какой ступени. Вот поэтому и говорю, зачем говорить высокие слова? Мозг, видимо, голова уже не способна так держать. Или тяжелые попадания. Либо просто не хватило времени. Все, все, все. Бой. Еще 2-3 месяца ситуация была изменилась, но правда, это жесть. Смотрите, Вячеслав тоже подходит к Саше. Слева. Левый боковой сейчас будет. Оба-на. Действительно, левая. Мощная, конечно, мощная. Дацика пролетает точно в цели. Просто обрубает Александра. Вот она, дыдым. Улыбается Вячеслав Дацик, как понимаешь, что он доволен собой. Хотя, в принципе, как можно быть доволен собой после такого перформанса? А, тут еще Александр правый задел ему маленько. Трепихнул. Все прекрасно понимали, что будет делать Вячеслав Дацик. Ну, ничего страшного. Так он пойдет на Александра Емельяненко и так попробует... Это, завершить. Как говорится, не первое и поражение в сане. Лагерь Александра Емельяненко готовились к такому развитию событий. Но при этом, я думаю, все понимали, что один, два или три удара Дацик точно донесет до цели. И главный вопрос был в том, насколько Александр Емельяненко способен держать такие попадания. Как мы стали... Ну, реванш. Готовь реванш, Саня. Оказался не способен выдержать такие удары. Если не ошибаюсь, два удара всего донес Дацик. Зависит от поединка. Ну, вот решающее роковое попадание было именно слева. Размашистое. Фух, прям надеюсь, не знаю. Надеюсь, что со здоровьем Александра Емельяненко, опять же, на дистанции... Все будет в порядке. Да. Как говорится, пролетел как кукушка. Представляю, какие скоро пойдут разговоры. Вячеслав Дацик безальтернативно закрывает этот конфликт, по крайней мере, на данную секунду. 13-летний? Да. Да. С 2010-го. 13 лет ждали, чтобы 13 секунд поставить. Главное событие сегодняшнего вечера. Рефери поединка Андрей Курнявко останавливает бой на 12 секунде. 12 секунда, в рот того чехпых. Вообще, самый быстрый бой, наверное. Победу нокаутом одержал Вячеслав Рыжий Тарзан Тацик!
Вообще просто. Че, поздравляю Тарзана. Что, дорогие друзья, надеюсь, что вы остались довольными увиденным в этом шикарнейшем турнире. Ну а как иначе, на самом деле, потому что удачи всем. Получился классный, с яркими боями, с ярким мейн-эвентом.